Встречаем очередные выходные лета и устраиваем праздник. Вояж-фест в ритме лета завтра направляется к жителям Ленинского микрорайона. Организаторы приготовили много развлечений для детей и взрослых. Праздник с доставкой на дом. Теперь в Бендерах фестивали будут проводить не только в крепости, но и по всем микрорайонам города. Уже в эту субботу шоу-программа состоится на Ленинском. В Парке Победы выступят певцы, танцоры и циркачи. На импровизированной сцене коллективы ДК Ткаченко, вокальные ансамбли «Добрынюшка», «Улыбка» и «Фьюжн». Сейчас девчонки как раз репетируют. У нас очень много танцевальных номеров. Мы подготовили очень много сюрпризов. Мы подготовили танцевальные флешмобы, чтобы детки за нами повторяли. Поэтому мы вас всех ждем. На аллеях парка развернут фотозоны, игровые локации, спортивные состязания и мастер-класс. Здесь можно будет научиться делать поздравительные открытки, сложить пазлы из ленточек, раскрасить веселые картинки, а еще поучаствовать в познавательной викторине. В награду сладкий приз. Всего за лето в Бендерах пройдет 12 таких фестивалей по всем микрорайонам города. Самых активных их участников ждет сюрприз. Те, кто придут, будут участвовать в нашем празднике, получат специальные жетоны. Это такой секретный жетон, но собрать их надо как можно больше. То есть, приезжая на районы вместе с нами, участвуя в наших праздниках, в наших интеллектуальных играх, спортивных соревнованиях, они будут получать жетончики, собирая их в конце, по истечению наших каникул, собирая как можно больше жетонов, они в конце получат суперприз. Какой суперприз, мы пока не говорим, это секрет, но будет ценный подарок. Итак, первый фестиваль 15 июня в Парке Победы на Ленинском. Начало в 18:00 вечера.